Что тебя дым хангу колько изда? Yeah. Everything you do, smoke weed. Time flies, no lie. I'd rather be getting high. Хоть сейчас и дождь, но все равно на улице невыносимая жара. И терпеть это гора просто не каждый. Добро. Алло. Фу, у меня вчера села батарейка. Короче, меня позвонил кореш и позвал Надь в Таиланд. Я подумал, почему бы и нет. Вот, кстати, дом, где я жил. Сейчас уже сваливаю потихо отсюда сегодня. Завтра покупаю билеты. Еду туда. И ведь как раз там сейчас сезон дождей, свежий воздух, все такое. Я думаю, самое время туда и гнать. Вот эти витаминки, на мой взгляд, работают лучше любого. Выпиваете, у вас сразу такой заряд прям. Аж дрожь по коленкам. Kick my shoes off my feet, then fall asleep in my seat. Claiming you won your job, well doggy it ain't complete. Claiming you got the squad, but y'all niggas can't compete. Здесь самые крутые бургеры. Точно, если вы в Корее, по-любому ешьте их, а не в Макдональдсе или KFC. Bring the champagne glasses, roll the J's faster. Time flies, no lie. I'd rather be getting high. Ride with my niggas, can ride. Ride with my niggas. Здесь, короче, пробиваются карточки Тимани. Миша уже нашел места. С хангуками мы еще будем тусоваться несколько дней. Сегодня прилетел Руся с Филиппин. Сейчас в Сеуле с ним заловимся. А через пару дней я приходу в Одиноково, уже вину в Таиланд, потому что мой кореш позвонил мне и сказал, что не поедет из-за того, что он не нашел бабок. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom. Как вы уже поняли, рядов до хрена, но у нас своя полоса экспресс. По ней валим. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Мы вообще оказались не в центре Сеула, а под низом, ближе к Инчонам. Every month, nigga, I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home, and my uncle calling me like I gave you the keys, told you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, have a million for a show. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just need... Если вы переводите деньги через Western Union, обязательно успевайте сделать это до 4 или до 5 дня, потому что дальше банки просто тупо не работают. We started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend. Вот и настал конец фантастической тройки. Мы разгоняемся по разные стороны. Bye. А я тем временем пошел дальше. Я сейчас на Тандемуне. Закинул деньги Артуру Петливанову через Western Union. Спасибо, ты красавец, что закинул вчера за меня бабос. У меня действительно не было возможности. Сейчас двигаюсь поесть. Да и в скором времени
здесь очень жарко. На самом деле пройтись буквально 10-15 минут достаточно, чтобы быть потным как свинья. Ох, мой русский язык. Пауза, я в Инчоне. Как обычно, у меня остается несколько минут до посадки, до конца посадки. Я думаю, успею. Мне еще нужно доехать на поезде. Добрался, прошло дофига времени. В самолете почти 2 часа спасали девочку, не понимая чего. Что-то там хреново очень было. Жутко самолет прыгал. Вообще хаос какой-то. I remember it all. Where the hype be too tall, yeah. So like September I fall down below. Now I know that the medicine be on call, yeah. Was feeling like you hot enough to melt, yeah. Can't trust no one, can't even trust yourself, yeah. And I love you, I don't love nobody else, yeah. Tell them they can take that bullshit elsewhere. Self care, I'm treating me right, yeah. Hell yeah, we gonna be alright. We gon' be alright. I switched to time zone, but what do I know? Spending nights hitchhiking, where will I go? I can fly home. На 5-й день я неужели еду на качан. Очень много тусил. Саня Захаров, тебе респектос. Я на качанге, вот на бунгало. Гамачок, кровать. Ничего такого крутого, вентилятор есть. Мопедка Honda Click 125. Откатывает нормально едет. Self-care, we gonna be good. Hell yeah, they letting me. I switched to time zone, but what do I know? Spending nights hitchhiking, where will I go? I could fly home.
Вчера я моросил весь остров на мопедке, просмотрел все пляжи, интересные места. Сейчас буду искать водопады. I know it's a beautiful feeling in oblivion, yeah.